Спасибо большое за донат, Леонид, постоянный донатер. С текстом «Самая драйвовая песня от пионерлагеря из последнего альбома. Агломерат за 1300 на Курской не даст соврать». Какая-то «Сами собой». Ты слушала последний альбом, да, типа? Нет? Ритмика такая, типа. Особо-то драйвово, честно говоря, пока. Это скорее на концерте под это, типа, месится, может быть, прикольно. В целом, эта песня из таких, которые мне у ППФ не нравятся. Ходишь? Давай. Питер Стил не очень знакомое имя, но не знаю, кто это. Питер Стил, да. Я знаю, Питер Крис есть из группы Kiss. Кто это Питер Стил, не знаю. Соло что-то какой-то вообще пиздейшн. Ну, короче, эта песня сделана вот прям полностью в духе таких песен ППР, которые мне не нравятся, из-за которых я вот как бы и отношусь к ППР. Ну, так. Очень то, что мне нравится. То есть вот мне у них нравятся, короче, какие-то, ну, не знаю, более мелодичные треки. Там, я говорил, какие мне... То есть «Инфрасерое небо» классный, «Космос ближе» очень классный. Вот, и
То есть, потому, например, что я сделал, да, там, грязную лужу, вот это недавно свое, наверное, видно, что у меня представление о том, каким должен быть классный гранж на русском языке, оно немножко другое. То есть, они вроде как самые популярные из гранжа на русском языке, но вот, ну, вот такие песни мне не нравятся. То есть, это что-то такое, какое-то вот очень как бы давящее на мозг, не особо мелодичное, ритмика странная. То есть, я не знаю, ну, бывает, что, допустим, там какие-нибудь Alice in Chains тоже делают, то есть что-то такое с плавающими странными гармониями, от которых тоже у тебя немножко мозг начинает плавать, типа там Check My Brain какая-нибудь, да, допустим. Но она все равно, то есть это остается какая-то музыка. Есть там Junkhead, допустим, песня, да, то есть тоже. Ну это вообще уже немножко другой жанр получается, такой ближе в сладж, дум, еще что-то. И даже здесь остается мелодичность все равно, то есть... То есть у Soundgarden, у ранних тоже есть, типа, ну, допустим, странноватые песни какие-то, то есть там та же Jesus Christ Pose, допустим, да, какая-нибудь. То есть она... А тут вот как-то вот, я не знаю, вот... Вот это ритмика типа Rammstein Hi-Fash. Типа какое-то непонятное соло. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Так, и вот, ну прям... Ну, все, не, Питер не попался, придет смотреть. Спасибо за донат. Привет.